В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу. Золотые медали на турнире завоевали два представителя нашей республики. Минувшей ночью в аэропорту Махачкалы встречали чемпионов. Поздравить ребят с крупным успехом прибыло руководство Федерации бокса Дагестана, друзья и партнеры по команде. А слова благодарности высказал один из родителей спортсменов. Спасибо тренеру всей Федерации бокса Дагестана, которые пришли. Вам огромное спасибо всем болельщикам. Спасибо. Боксеры Муслим Гаджимагомедов и Садам Магомедов поднялись на первую ступень пьедестала. Кроме того, бронзовой медалью удостоился Магомед Омаров. Спортсмены показали отличные поединки. Все это результат упорной подготовки и финансовой поддержки, оказываемой Федерацией бокса совместно с Минспорта Республики Дагестан. Хотелось поблагодарить президента Федерации бокса Ильдара Алимурзаева, который внес большой вклад становление, победу нашим ребятам. От всей души поздравляем чемпионов. Вот мы здесь встретили их. Дай Аллах, чтобы наши ребята блистали на всех мировых рингах и показывали лучший результат. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.